Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Джона Гришема «Илон Маск. Правила успеха. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и расшевелить колокольчик, а мы начинаем. Факт номер один. Ошибки формируют инновации. Страх становится преградой на пути к успеху. Люди боятся рисковать, опасаясь потерять материальное благо и время. Основав компанию SpaceX, Илон не был уверен в положительном результате. 3 запуска ракеты Маска оказались провальными. На 4-й раз бизнесмен подписал миллиардный контракт с НАСА и преуспел. У всего есть предел. Илона знают как заядлого трудоголика. У него есть деньги и возможности, но даже он знает, когда нужно остановиться. Маск отказался от идеи создания новой компании по изготовлению солнечных батарей в пользу Tesla и SpaceX. Факт номер 3. Идеальный продукт – тот, которым самому хочется пользоваться. Маск пользуется автомобилями своего производства. Он мечтал об электрокаре и создал его. Это не просто способ заработка денег, а искренняя любовь к собственному творению. Идея полетов на Марс также возникла из его мечты. Бизнесмен развивает то, чем хочет пользоваться сам. Вера в высшую цель. Двигателем успеха является высшая цель, которая больше, чем ее создатель. Смысл компании SpaceX не в коммерческих полетах, а в создании будущего для жителей Земли. Бизнесмен верит, что его открытия помогут человечеству. Факт номер 5. Образованный человек видит больше возможностей. Для создания инноваций недостаточно материальной базы. Обучаясь разным дисциплинам, человек расширяет кругозор. Он начинает видеть мир объемнее и глубже. Чтобы генерировать нестандартные идеи, нужны знания в различных отраслях. Разносторонне образованные люди становятся двигателями прогресса. Сомнения помогают найти решение. Принято считать, что производство аккумуляторных батарей обходится дорого. По мнению Илона, не обязательно искать замену комплектующим материалам. Вместо экономии на содержимом можно использовать новые технологии для сборки. В результате конечный продукт будет стоить дешевле. Всегда нужно искать решение, сомневаться в обыденных вещах. Успех в руках трудоголика. Маск продолжает много работать. Он выбрал для себя такой путь и придерживается намеченного курса. Илон работает по 100 часов в неделю. Это в 2,5 раза больше, чем обычный человек. Изобретатель уверен, что именно это помогает ему преуспевать. Восьмой факт. Внимание к деталям. Илон Маск создает впечатление медийной личности. На самом деле Илон сосредоточен на проектировании и инжиниринге. Бизнесмен знает каждую деталь ракет SpaceX, разбирается в технических тонкостях, работает над улучшениями. Тайм-менеджмент. Успех Илона напрямую связан с трудоголизмом. Он пожертвовал семьей ради бизнеса, общается с сыновьями онлайн. Джон Гришем призывает читателя не следовать слепо примеру известного изобретателя. Автор предлагает использовать инструменты тайм-менеджмента для повышения личной эффективности. Десятый факт. Научный метод мышления. Маск считает, что любую проблему можно решить с помощью математики и физики. Он продумывает любую задачу поэтапно, допуская ошибки и варианты. Чем больше разветвлений действий, тем больше шансов на успех. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Илон Маск. Правила успеха». Подписывайтесь на канал, расшевеливайте колокольчик, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».